Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Около 500 литров самогона и браги обнаружено и уничтожено сотрудниками милиции в деревне Движки Ельского района. Емкости с хлебной брагой предприимчивый местный житель хранил в гараже. Этого количества с лихвой хватило бы на производство около 100 литров 40-градусной жидкости. Но попытка незаконного производства алкогольной продукции была вовремя пресечена. Сотрудниками Ельского РУВД в доме местного жителя было обнаружено 480 литров браги, которая была уничтожена. В настоящее время проводится проверка. В милиции также сообщили, что хозяин и раньше был замечен за возделыванием зеленого змея, за что уже привлекался к административной ответственности. Вероятнее всего, не без алкоголя произошел курьезный инцидент вблизи деревни Горошка Вреческого района. В Днепре отдыхающей молодежью был утоплен автомобиль «Лада». Пятеро приехавших в Беларусь россиян, парни и девушки, отдыхали на берегу реки. Чуть позже двое уединились в машине. В какой-то момент автомобиль начал движение и, покатившись со склона, оказался в воде. К моменту прибытия спасателей ВАЗ-2110 уже полностью скрылся под водой. Его обнаружили на глубине 4 метров и в 15 метрах от берега, лежащим на крыше. При помощи лебедочного троса автомобиль был извлечен из реки на берег. По предварительной информации, автомобиль съехал в реку в связи с тем, что не был установлен стояночный тормоз водителем, а также им не были предприняты иные меры для фиксации автомобиля на берегу. На операцию ушло 2,5 часа. Пострадавших среди людей нет. А вот у «Лады» оказалась немного помята крыша и разбито лобовое стекло. На территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, где 2 человека получили телесные повреждения. В Рижском районе 41-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Ровер 75» на закруглении дороги, не справилась с управлением, съехала в кювет, где опрокинулась. Такая же участь постигла и 37-летнего мотоциклиста в Чечерском районе. Его «Иж-Планета-5» оказался лежащим на обочине. Сам не имеющий права водитель был госпитализирован в хирургическое отделение Чечерской райбольницы. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.